велосипед. Сейчас я закрою. От Афонтова получает... Получает Галина Марусяк. Номер оканчивается на 3495. Галина, мы вас поздравляем. Велосипед ваш. Возможно, вы его передарите. Возможно, сами будете колесить по бездорожью и дорогам краевой столицы. Вот и стало известно имя обладателя нового велосипеда, который разыгрывали в передаче «Утренний кофе». Конкурс длился целый месяц и собрал немало участников. Чтобы получить новый спортивный велосипед, нужно было в определенный момент сделать селфи на фоне телеэкрана и до конца выпуска разместить фото на своей странице в социальных сетях с хэштегом «Хочу велосипед от Афонтова». В конце месяца счастливчик определил беспристрастный лототрон. Всех приглашали 31 июля замереть у телеэкранов, что и случилось сегодня, и вытащили одну единственную победительницу. Прекрасная, чудесная телезрительница Галина, которая подарила нам тепло, поздравила с тем, со своей победой также. Пришла без шампанского. Ну, ничего страшного. Главное, что мы поделились с друг с другом положительными энергиями. Счастливая победительница Галина Марусяк принимает свой приз и поздравления от ведущих. На победу не рассчитывала, а оттого особенно приятно. Для нее это первый подобный выигрыш. В семье два ребенка, мальчик и девочка. Велосипед подарят старшему сыну. Его сестре еще слишком мала. Велосипед пойдет внуку. Ну, играем не постоянно. И спасибо вам огромное за подарок. Маленький хозяин нового велосипеда сейчас отдыхает в детском спортивном лагере. А подарки уже в курсе и очень рад. 15 августа он возвращается домой и собирается сразу обкатать новый велик. Дмитрий Пименов, Антон Махов, Вячеслав Казаков, Афонтово новости.